Hawaii. La Liga Santander is back. Yes. Listen. Да, надо полностью, чтобы ты прямо успевал. Вот не успеешь, так. Вот там уже светлее становится, Макс. Не успел, видишь, среагировать. А так бы залетел бы ворота. Что? Так могло бы ворота, если бы нормальный, там бы залетел бы в перекладину. Молодец. Я так сделал специально, чтобы можно было мяч не сгибать, взять давай. Руки. Дыщ. О, повезло. Повезло. Здесь как бы вообще-то люди играют в футбол, гуляют. О, повезло. Ха. Как футбол? А здесь почти. Вау, по заднице не сильно не убивает. Ой, прости, Максим. Подойди поближе и ударь. Поближе и ударь, Макс. Ой, нет! Нет! Ну там повезло. Смотри. Чё ж ты не ловил-то? Хотя нет. Пожалуйста. Я тебе сказал. Я не туда, кому. Не было голова. Ты побег, вот здесь побегай. Ты знаешь, как можешь ловить? Не вот так выбивать, а вот, вот так взял. Вот так, да? И вот так руки поставил, типа. Или вот так. Чтобы отбить. Чтоб далеко не улетал. А то ты бываешь, можешь подвести команду, когда удар идет, ты можешь отбить ногами, он угловой улетит. Зачем команде угловой, когда ей нужно в атаку, допустим, сравнивать счет? Получше сейчас? Да. Плохо. А если так? Нормально. Давай здесь вот. Это можно перевесить. Ого. Не успел. Давай еще раз. О, неплохо. А так, гол.
все. Да. Стой! Прости. А здесь может быть навес. Или такой вариант. Пойдет. Или вот такой. А вот и гол может залететь. Ты думаешь, что он сейчас поедет, он поверх ударит? И как ты уже успеешь? Уже просветление. Не бойся, ты так не делаешь. Да не это. Я думаю. Опа, отвлекся, все. Горечник. Опа, и побежал. Опа, я сейчас. Я тебе сказал вот так сделать. Или вот так ставь, вот. Чтобы он когда летит, вот так сделать. Штанга. Твою? Да. Наклонись лучше. Вон оттуда возьми. А? Вот с этой стороны. Зачем на Габи? А вдруг там свои ворота ставят? Вот ты очкальца, я так и свои ворота забьёшь. Ногу бы тогда просто поставил. Вот так поставил и всё. И пускай никуда не катится. Знаешь, какая у тебя должна быть стойка? Не прямые ноги, а полусогнутые. Ты должен быть готов прыгать, либо понизу, либо поверху. А если будешь на прямых ногах, это как амортизаторы. Как на тэквондо учили в такой же стойке да. Стоять. На футболе то же самое, вратарь должен стоять вот такой, типа, знаешь, полуприсед. Ой! Все, гол. Ой. А, не, нормально. Вставай в такую стойку, не надо. Бок у меня отбивай. Может, получается так, что ты так ставишь, а он здесь пролетит и все. Макс, я у тебя попробую. Я персик не пробовал. Возьми. Пробуй персик. Неплохо, Макс. Давай, стойка, полуприсед. Так. Ой. Ну, можешь так очко закрыть, я не заражаю. Ой, и телефон закрылся. Ну, можешь такую стойку встать, можешь.
Марк, ты хоть раз пробовал рыбачить? Нет. А? Нет. Прыгай в дальний сейчас. Ну так тоже сойдет. Ты, блин, как этот. Он Эльной, блядь. Он тоже, сука, прыгает редко. Он, блядь, всегда то вот так начнет делать, вот так, как кулак поставит и все. Мяч отбитый, ёпта, блядь. Ну-ка, Ноэр, на, сука. Ах ты ж баварский, братарь. Баварский. Да, себе. Японский готовой. А! Зачем? Прости. Давай. Ну, против подвоили Ноэра. Штанга. Попрысь. Стойка, готовься. Вот зачем опять ты встал вот в это? Вот так, зачем? Говори, вот вставили бы вот так руку. Не вот так, а выставили. Могу. Попробуй еще. Не успел. Криштиану Фигалдо. Смотри. Знаешь, что твоя проблема? Ты когда стоишь, ты видишь, что мяч летит, ты не прыгаешь, ты бежишь зачем-то. А ты не успеешь, понимаешь? Ты просто мяч летит быстрее тебя, чем ты бежишь. Это тебе кажется, ты близко. Ты бежишь сюда, а уже все. Это надо прыгать. Давай. Если ты прыгаешь, ты быстрее добьешь. Вообще, потому что ты видишь, что ты что-то бежишь, чтоб ногами открыть. Ты что у тебя руки? Я понял уже твою главную ошибку. Ты видишь, куда летит, и ты боишься прыгать, потому что у тебя ноги не наработаны на это. Они у тебя бегут. Ну так более-менее. Ну... Хотя из-за твоего роста ты можешь достать да, и так. Поймал. Ну-ка. Есть, брат. А попробуй не отбивай, а ловить. Давай. Ой. Ну, если дальний летит, лучше не лови. Если такой. О! Если у тебя отбить. Нифига себе, круто! Когда отбил, у мяча была максимальная скорость. Слышь, Макс, давай кто бросает, тот бежит за мячом, давай. Давай. Братай. Вон он. А? Давай. Ешь. Кишун. Попробуй прыгать сейчас. А? Попробуй прыгать сейчас. Давай. Ой. Мне почему-то... Ногами не пробуй. Пробуй как соломинку вытянуться. Вот не вытянулся и все. Да, вам была шланг. Да, штанга была. Вот вытягивайся в струнку, я хочу, чтобы это увидеть. Это мне просто, мне прям в ноги летел. Попробуй в струнку. Может быть такой удар. Давай. Может быть такой удар.
хорош, блядь. Не сильно. Может быть такой удар. Давай пушка Роналду, попробуй. Да лучше прыгай там, а не говори. Вот так более-менее пойдет. Какой-то там был полупрыжок, ну это прыжок. Давай еще раз попробуй, парень, вытягивай. Попробуй струн. Вот, не успел. А ты попробуй, знаешь, как передвигаться? Так тебе, так быстрее. Так прыгаешь, если надо. Ну типа, ну как я прыгаю? Я вот вижу мячики, да? То есть я так делаю. То есть я как бы вытягиваю руки. Вот, смотри. Вот так вот. Попробуй. Да, давай, давай. Еще раз. О, более-менее. Прям до конца плотно двигай, чтобы под тобой не проехал. Ой! Зачем ногами? Блин! Повезло. Руками, я тебе сказал. Зачем? Спасибо. А зачем бить ногами? Нет, вариант. Скажи мне, пожалуйста, дорогой товарищ, а? Зачем вы бьете ногами? Извините. Егор, скажите, не надо так бить. И делать так не надо. Я вас сколько буду учить? Ну, если мяч летит, ногу вот так вот встань. Вот мяч летит. Вот так сделал, опа, все. Ну не надо вот так выбивать куда-то. Будем пробовать этот прием. Ой, еще раз, давай еще раз. Будем пробовать такой прием. Я ногу поставил всего. Не ставь так нога. Ты так как закрываешь больше пространства. Вот. А пониже вот так. Ну не совсем так. Вот так. Вот, вот так, да, да. Давай. И руки вот так. Да, вот. Вот как так сделай. Танцуй что-то, да? Попробуй. Ну, если в очко, конечно, полетит. Попробуй так сделать, когда выходишь со мной один на один, давай. Попробуй. Вышел, пошел. Пошел, 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 выходи. Вот так выходи. То есть, когда я иду с мячом, то есть, как бы ты блокируешь, чтобы я не прошел. Давай пробуем еще. Готов? Давай, Максим, давай сначала как соломинку. Давай сейчас так попробуем, готов? Выходи, выходи, выходи. Ну, почти.
далеко. А первый пойдет. Еще два раза давай. Попробуй, выходи. Выходи, выходи, выходи. Уже лучше, да? Более-менее. Да, последний раз. Уже с моим ударом. Ну я промазал. Да, нормально. Ты меня напугал. Да. Я мог А сколько в траву не поскользнулся? Я мог не попасть, кстати, поворотом. Ну, короче, ладно, продолжаем здесь. Да, еще один раз. Давай. Пошел. Отлично. Ну давай теперь, короче. Попробую я повытягиваться. Давай, попробуй повытягивайся. Попробуй, повытягивайся. Еще раз. Попробуй, повытягивайся. О, уже что-то, давай. Давай. Мне начинает нравиться, давай. Ну-ка. Не более-менее. Ну-ка, давай еще раз. Давай. Давай еще раз, мне понравилась твоя тема. Когда в тебя летит, можно вот так сделать и все. Это я случайно. Кинг Криштиану Роналду. Вот не вытянулся. Еще раз. Попробуй вытянуться. Пойдет. Сейчас. Ой. А, не успел, все. Это был близок. Давай еще раз повытягиваюсь. Ой! Ты ж так совсем попал. Гол! Сам свои ворота. Надо было ногу поставить. Полезно, что ж. А вот. Давай. Попал. Давай. Навесь просто. Блин, прости. Попадать туда. Ну хоть не сильно ты попал от предыдущего раза. Зато кадры будут красивые. Может быть. Когда мяч в камеру летит. Ну конечно. Давай. Ой, не успел. Ну, слушай, Максим, у меня есть одна идея по поводу
футбольных соревнований. Максим еще. Я просто еще не до конца приду, смотри. Вот, а если проигравшего, буду исполнять наказание. Например, съесть лимон. Давай, как мы проведем соревнование. Короче, я буду снимать, ты будешь судьей соревнований. Ладно, давай. Остается только собрать игроков. Давай, ёпта. Попробуй прыгнуть. Давай. Я могу в любой угол взять. О! Да, это, кстати, эту идею я взял с канала Дюше, не с мамы, кстати, Дюше. Кстати, Макс, еще есть одна идея, например. Вернее. Давай еще 10 раз ясно. Ладно, давай сейчас 10 раз удачи, я тебе потом скажу, какие у меня есть еще идеи. Максим, еще 8. Можешь мяч вывести поближе, я попробую словить его. Попробую вытянуться. Блять. Опа. А, пойдет. Хотел на обманке. Еще 7. Опять сильно уже. Еще один. Давай. О, ух ты. Достал. Ну и так и далеко бегать не нужно. Давай, теперь я стою. Максим, вот я сейчас скажу, какие примерно будут усложнения, например. Да. Если, допустим, три раза промазал, угу, то, например, первое усложнение, например, забить, точнее, бить пенальти с завязанными глазами. И второе усложнение. Бить, короче, бегать со связанными руками. Ну и еще что-нибудь можно придумать. Давай. Очень придумаем. Мне интересно посмотреть, как будет Никита участвовать в этих соревнованиях. Давай оттуда. Оттуда давай. И либо можешь выкатить. Я попробую сначала оттуда, потом буду выкатывать. Только не бей так высоко. Да, обманул. Давай. Вот видишь, как я прыгаю? То есть я... Ругаться. Смотри, вот я видел, я вот так сделал и все. Руку выставил вниз. О, нормально. Давай. Прикол. Бля, как я видел куда. Моя задача пропустить больше 5. Моя задача забить 5.
Кстати, вот Максим, еще те, кто забьет 5 голов, смотрите, вот 5 голов забьет, дается, короче, бонус, допустим. Это может быть как хороший бонус, так и плохой бонус, Максим. Окей, я понял. Давай. Дади. Сейчас. Я тогда тоже попью сейчас. Давай. Поспешно с тобой. О, солнце, давай. Уже ясно. Давай. Сейчас погоди. Давай. Вот это я гадал уже. Шуковые углы открыты все. Я такой знал. Давай. Угол. 5. А там что же? Нет, вот. Штанга. Так я так тут что-то получил, что штанга. Ладно. О! Отбил, ёпта. Так четко отбил. Я. Давай. Смотри, первый, короче, матч, это без вратаря, а второй уже с вратарем. Ну а давай как бы потом обсудим. Я, короче, составлю план игры вот эту. Окей, давай. И придумаю, а мы с тобой вместе правила придумаем. Ты будешь судью, я буду оператором снимать. Давай. Я знаю, сколько игроков найти, и один из игроков будет не найти. Я знал, что ты туда будешь. Бля, туда дать надо. Давай, отсюда. Хотя, знал, можно и кулаком отбивать, если сильный удар. Вот так вот мяч летит. А штанга? Макс, вообще было лучше. Ну если бы там была штанга, там может и вылететь оба туда. Спорный момент. Ну ладно, спорный момент. И прыгать не стал. Давай. Бля. Штанга. Там штанга. Нормально, где много мало. А потому что штанга. Давай. Не сильно, чтоб не улетел. Ладно, мой косяк. О. Там мяч, спас мяч от полета в космос. Там может и гол был.
Ну, короче, ты еще спас мяч от полета в космос. Да. Не сильно бей. Штанга. Или мимо. Штанга. Видишь, как я отбил? Если мяч полетел, я вот так встал, вот. Колено заблокировал. Да. Сильный удар. Видишь, какой сильный? Нормально. Не такие отбивал. Блин. Сейчас. А, готов. Намертво просто так взял. Пока у меня значит идут два гола. Один. Два. А, два. 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 Давай здесь не сильно. Давай. Да. Слышь, Макс, нам нужно еще ведущего. Сука. Нам нужен еще ведущий, кто будет. Ну, кто будет рассказывать про все это дело. Ща. Уже три, блядь. Ща, подзаряжусь, подожди. Слышь, Макс, давай, когда побьем, когда я тебе побью, мы больше по 3-3 поиграем, мы обсудим, короче, эти футбольные игры. Окей, окей. Давай. Фух. Энерджайзер. До этого дотянуться. Пиздец. Давай. Мимо. Оттуда. Не сильно. Давай. Я за что? Давай. Мимо. Я тебя напугал. Я тебя напугал, все. Испугался. Подожди. Это так. Я еще не собирался. О, завелся как со хлопком прям. А, мяч.
ебать, не близко. Ебать ты. А если это близко? Ой, ебой. Сука. Блять. Пиздец, блядь. Уже, сука, третий. И какой, блядь, четвертый. Ты разбудил во мне зверя. Если я один пропущу, мне пиздец. Бля, как так можно, блядь, ужануться? Бля, у меня была такая херня много раз. Да вроде идет игра, сука. А потом, блядь, бац, сука, и ошибка, пиздец. Оттуда. Мимо. Ну ты старался, но ты не попал. Где? Давай. Есть! Во. Давай реванш. Еще игра продолжается, Максим. Да, давай, давай. Намертво. Не близко? Бля, ну ты близко бьешь. Ладно, ладно. Не считается, это что сильно, блядь. Давай. Нет! Ёбаный в рот, ты меня напугал. Давай. Ехал на новом автобусе? Как тебе? Заебись. Неплохо, классно. Давай. Не сильно. Сильный удар будет. Давай, давай. Блять! Давай.
сильно ударил. Очень сильно. Я думал, туда голову возьмешь. Давай, Максим, отсюда неси. Давай, давай. О, видал? Заклю. Давай. Нужно было сразу бить. La Liga Santander is back. Yes. Nice, Zepas. La Liga. Давай, La Liga. Сука, я тебе тоже что-то туда скажу. Я шутил. Опа! У меня еще 5 голов. Давай, давай. За 5? Давай отсюда. Давай. Лучше на весь. Ебать, ты хотел меня перевесить? Давай, давай. Блин. Давно? Да, она затвердела. Она прокатилась по ней. Подожди, я не считал. Может, у меня должны салфетки есть, если что. Давай. Давай, давай, бей, ну, выход. Вперед, да, давай туда. Только не скоси. Хорошо. Похоже, что скоси. Давай отсюда. Wall of La Liga. Бля. А вот тебе надо говорить Ball of La Liga, поэтому ты выкинул свой тапок. Давай, давай, иди, бей. Давай, Бол. Ball of Максимка. О! Мимо. Давай. О, the present for Максим.
тебе оттуда, как ты мне давал. Оттуда. Пидорас. Сам себе забил? Нет. Я злюсь. Гол! Давай, ебать. Давай. Ёбаная кочка. В порядке? Да. Ничего себе. Это кочка виновата. Bye.